получается, мы загрузились, блядь, видим за HQ, поселяться на сушкалки, нас выгнали, видим за HQ, тут это все наше добро, машина тоже наша, с документами, блядь, за HQ, она, ебаная, которой я машину не разбили на теробороне. Это магазин тут, блядь. Продукты покупаем. Вот это наше имущество. Потому что нажито непосильным трудом. Это диван с Умани. Бесплатно нам дали. Спасибо. Короче. История, блядь. Это моя машина. Житомиры, которые приняли. Машина масс. Переправа, сельсовет, который мне в армию хотели отправить, в тюрьму посадить. Короче, будем с ними, блядь, выяснять до конца.